Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Стич. В этом ролике я вам покажу, как получить самый секретный костюм культа Эпсилона в GTA Online. До этого мы с вами получали футболку, заходили в ночной клуб, выпивали шот виски Макбет, оказывались на крыше культа Эпсилона и получали футболку. Здесь все намного проще, но вам необходимо иметь в кармане $575, это минимум, плюс 30 минут свободного времени, потому что примерно столько времени необходимо на то, чтобы получить этот костюм. Все, что вам нужно сделать, это зайти в свой или своего друга ночной клуб и зайти в туалет. Пить ничего не надо. Нужно найти вот этого служащего, которому необходимо давать чаевые. Сейчас мы с вами начнем это делать. Всего вам потребуется, повторю еще раз, $575. Достаточно долгий процесс, ребят, поэтому я, естественно, не буду вам показывать все эти 30 минут, как мы будем получать костюм. Единственное, покажу самую концовку, когда мы уже с вами получим этот костюм и примерим его на себе. Поэтому начинаем, ребят. У нас есть с вами 2000 баксов наличкой. Нам этого достаточно будет для того, чтобы получить этот костюм. После того, как мы с вами задонатили $15, у нас внизу появится выражение «Поиск правды». Как только вы задонатите $155, у вас появится сообщение «Погоня за правдой». Продолжайте донатить и задонатьте $575, в общем, чтобы открыть этот костюм. После того, как мы с вами задонатили служащему $575 чаевых, нам придет с вами сообщение, очередное сообщение, и после этого нам нужно с вами отправляться в наш гардероб и, собственно, получить нашу с вами одежду культа Эпсилона. Поэтому отправляемся, ребят, в гардероб и смотрим на эту робу, священную робу культа Эпсилона. Теперь подходим к нашему гардеробу в ночном клубе и выбираем костюм культа Эпсилона. Костюмы особые, мантия Эпсилона. Вот такой вот, ребят, классный костюм. Кто бы мог подумать, что если задонатить служащему $575, то можно получить вот такую мантию культа Эпсилона. На мой взгляд, очень классный костюм. С таким вот медальоном на груди. Это покруче, конечно, будет футболки, голубые штаны. Ну и голубая куртка. На этом, ребят, все. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх. Надеюсь, вам поможет это видео, и вы тоже получите этот костюм. Увидимся в новых сериях. Всем до новых встреч. Пока-пока.